Здравствуйте. Добрый день. Итак, начинает, ну вот, сейчас у нас следующий этап работы начинается по созданию макета двигателя без магнитов. Вот, соответственно, для этой идеи мы решили использовать пока маленький двигатель от стиральной машины на 400 ватт. Ну, вот можете посмотреть, это обычный двигатель, ну, в собранном состоянии. Здесь имеется ну, статор и ротор. Соответственно, на статор подается ток, он превращается в электромагнит, и через щетки мы подаем питание на обмотки ротора. Из этого коллекционного двигателя мы хотим сделать импульсный двигатель с рекуперацией энергии. Идея проекта такая. Здесь уже есть хороший готовый на статоре электромагнит. Обратите внимание, один полюс и второй полюс. Мы двигатель разобрали, соответственно, потому что намотка не подходит для наших целей. Обмотка была извлечена, и нам нужно намотать провод эмалированный медный. Диаметр и количество витков пока рассчитывается, потому что его параметры магнита на роторе должны соответствовать параметрам электромагнита на статоре. Желательно, чтобы индуктивность у них была одинаковая, т.д. и т.п. Второе. Мы сюда подсоединим тоже щетки через два кольца. То есть, и будем в определенный момент времени подавать импульсы, аналогично предыдущей модели двигателя на магните. То есть, будет поставлена система из датчиков и заслонок, и система электроники, управляющая транзистором. В этой модели мы предполагаем получить в двигателе увеличенное количество возвращаемой энергии и отсутствие или сведение к минимуму влияния механической нагрузки на возврат обратной ЭДС. С этого двигателя мы ожидаем получить возврат энергии, вернуть обратно электрической энергии практически столько же, сколько мы ее затратили. То есть 90, а то может быть и 99%. Плюс еще с механики снять 30 и более процентов затраченной мощности, чтобы в сумме, и в сумме у нас общая мощность двигателя будет примерно, ну, 120-130% от потребляемой. Итак, для реализации этого проекта нам нужен эмалированный провод медный, чтобы намотать на якорь обмотки электромагнита. Вот. И так, первое. Дальше. Еще требуется заменить вот эти токосъемные кольца на сплошные. То есть заменить коллектор. И подшипники тоже здесь уже тугие довольно. Износились, их тоже нужно следует поменять. Вот. Это по механической части. По электронике. Для
для съема энергии нам потребуются высоковольтные ИГБТ-транзисторы на 1200 вольт.